Дорогие друзья, добро пожаловать в Южную Калифорнию. Это округ Иньо. И вдоль шоссе номер 78 располагается поселок, который называется Homewood поселок. Там нас там на самом деле немного домов, порядка 20 домов, не так много. Но это место привлекательно тем, что люди едут сюда насладиться национальным парком Калифорнии, который называется Death Valley, Долина Смерти. Я хочу вам показать, что же после себя оставил дождь, который длился здесь около 3 дней. Вот сегодня 3-й день, дождь закончился буквально несколько минут назад, и тучи начали рассеиваться. Но посмотрите, какой урон местной дороге принесли эти осадки. Вот в таком состоянии находится сейчас дорога. Когда начнутся ремонтные работы и как долго они будут длиться, непонятно, неизвестно. На самом деле здесь машины ездят довольно часто. Вот сейчас еще машина одна едет. И самое главное, что движение не перекрыто. Движение оставили, ну, как бы открытым. Дорога осталась открытым, при этом вот эту часть ограничили. Потому что на самом деле там может быть опасно, даже если стоять рядом, то, соответственно, дорога может рухнуть и можно сломать конечности. Поэтому будьте осторожны на дорогах, и если вы отправляетесь куда-то сегодня в национальные парки или едете просто, я не знаю, там кого-то навестить, прежде чем куда-то отправиться, нужно зайти на сайт местных округов, на сайт администрации ваших городов и посмотреть, открыты ли дороги сегодня там. Действительно ли можно проехать, потому что мы знаем, что после этого шторма, после этих осадков, многие дороги заблокированы в Калифорнии. Ну и, конечно, следите за всеми новостями к Калифорнии. На славянском Сакраменто. СМИ «Славянский Сакраменто» на русском языке рассказывают, что происходит здесь, в Золотом Штате.